Здоровье, скидки. Всем привет! Спортивные костюмы давно уже не только удобная одежда для поездок на природу и занятий в спортзале, но и модная вещь в вашем гардеробе, без которой он будет неполным. Какие спортивные костюмы актуальны этой осенью? Какой ткани и фасону отдать предпочтение? И сколько это все будет стоить? Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! Дизайнеры выбирают определяющий фон для своих коллекций, отталкиваясь от символа очередного года. Но мы на этом зацикливаться не будем. В ближайшем будущем модным направлением модельного дизайна спортивных костюмов будет комбинирование красок и оттенков в разных сочетаниях. Но не уйдут со сцены костюмы черной и белой расцветки с яркими акцентами, спокойные пастельных тонов с неожиданно четким декором. Физкультурный тип одежды так основательно вторгается во все сферы нашей жизни, что дизайнерам приходится торопиться, чтобы успевать радовать нас чем-то новым. Поэтому активно разрабатывается сочетание спортивного направления с уже утвердившимися брендами. Замены хлопку, льну и шерсти не будет. Синтетические компоненты в тканях в небольших объемах используются обязательно, потому что к спортивным изделиям предъявляются специфические требования. Они должны хорошо пропускать воздух, сохранять тепло, иметь небольшой вес, хорошо держать форму, не требовать специального ухода. На первом месте по-прежнему прочно держится трикотаж. От него почти не отстает мягкая синтетическая ткань, в частности мембранная. И быстро начинают догонять ставшие популярными плащевые ткани, которые успели доказать свою практичность, не выброшены на обочину моды и облегающие артикулы. Кроме того, дизайнеры, исходя из тайного желания женщин выглядеть принцессой даже в спорте, добавили бархат и вельвет в линейку спортивных материалов. На сайте Озон женский костюм для фитнеса, топы и леггинсы фирмы MT Force можно купить со скидкой в 68% за 1273 рубля. Костюм той же фирмы цвета бордо со скидкой в 70% за 1118 рублей. Модели этой фирмы, состоящие из топов и леггинсов, есть в бирюзовом, темно-синем и сером цветах. В сером цвете стоит чуть дороже – 1282 рубля. На сайте магазина Adidas предлагаются спортивные костюмы со скидками. Так, брюки и куртка в черно-серых цветах Game Time предлагает со скидкой в 10% за 6999 рублей. Спортивный костюм, состоящий из синих брюк и розовой толстовки, можно приобрести за 2999. Мужской костюм темного цвета Liner French Terry можно приобрести со скидкой в 25% за 4999 рублей. Столько же стоит еще одна модель для мужчин, состоящая из синей толстовки и темных брюк. Для детей самый дешевый костюм фирмы Adidas, состоящий из черных брюк и розовой толстовки, можно купить со скидкой в 65% за 1699 рублей. На сайте магазина «Спортмастер» можно приобрести два мужских спортивных костюма со скидками в 30%. Черный за 3709 рублей вместо 5399 и черно-белый за 4549 рублей вместо 6499. На сайте спортивной одежды «Форвард» также распродажа костюмов. Модели для женщин белого и красного цветов можно приобрести со скидкой в 25% за 5900 рублей. Синюю со скидкой в 19% за 6900 рублей. Скидки магазины предлагают в основном на классические костюмы, что совсем неплохо. Классика из моды не выйдет ни при каких условиях, хотя выпускается только в двух вариантах. Первый – это привычный набор из брюк, куртки и легкой маечки, второй – брюки и оригинальный топ. Силуэт свободный, ткани натуральные. В таком удобном комплекте можно не только соревноваться, но и просто гулять или отправиться в поездку, и везде вы будете смотреться элегантно и привлекательно. Это был «Шоппинг-навигатор», ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами! Отличные скидки!